Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить Ротопию. В общем, в прошлый раз мы подобрали еще новых пацанчиков. По исследованиям следуется у нас. Поэтому сделаем вам, наверное, хату. Кроватку. Так. И будем разбираться, что у нас происходит дальше. Взял бы, наверное, с собой шифер, кстати. Ага, у нас его мало осталось. И также мы их отправляли? Нет, мы их не отправляли в рабочий отсек. Стоят такие. Ломай. А, ладно. Фига себе у него. А уеха. Эй. Подберем тоже бревна. Скорее всего, они возьмут доски. Поэтому возьмем, наверное, травушку. Да, потащили доски. Конечно, придется набрать шифера, чтобы заниматься следующими лентами. Чувак. Неси. Неси что-нибудь. Можно разведать здесь. Установку. Опа! Спавнилась штучка-дрючка. Ну также я вижу, что заспавнилось кое-что еще. Отсюда, кстати, скорее всего, они и нападают на наши кровати. Так. Интересует не могилка, а вот это. Это у нас блок снега. Он появляется у нас только когда зима, понятное дело. Удивительно, правда? И что более интересно, из этих блоков создаются блоки, которые увеличивают нам тоже скорость передвижения на 20. То есть, как я и говорил, второй вид блоков. Первый это джунглевый, второй это снежные блоки. И какие из этих двух вариантов делать, решать вам. В принципе, снежные ничего так смотрится, да и джунглевые. Но со снежными немножко проблема, потому что они спавнятся только, понятное дело, в зиму. И, в принципе, не всегда спавнятся в таких количествах, которых нужны нам. Жители, идите нафиг. Поэтому, да, сегодня мы займемся, там качают, наверное, вот этим вот местом, потому что мы поизучали, во-первых, да, железную дорогу мы изучили. Я немножко подумал и решил сделать здесь, на самом деле, хранилище. Убрать его с той стороны. Сломаем здесь. О, отдай. Из-за того, что очень много народу находится, мы не можем банально ставить. Так, ставим и нажмем на сортировку. Что сюда будет ложиться? В принципе, землю и камень мы уберем.
Много уберем. Можно, в принципе, воду поставить, чтобы они снизу набирали, наверное, да. Вас тоже уберем. А, глину. Глину, в принципе, можно оставить здесь глину. А, паутину тоже можно. А, медную руду оставим. Железную руду оставим. Дерево уберем. Древесный уголь. Перерабатывается у нас. В принципе, тоже можно его ставить здесь, потому что он нужен. Сверху нужно будет убрать паука пофиг. Убиваем, хотя можно, в принципе, поубивать. Горшочки, шифер мы используем. Можно пускай туда таскают тропическое дерево. Можно оставить молоко. А, слизь. Кстати, ноксилина пока что нету, потому что мы ее ни разу не использовали. Можно, в принципе, кстати. Слизь пускай будет. И слизь. Вот такой вот у нас. Вот у нас сортировочка. А, выходит. Дальше. А, здесь мы проложим себе железную дорогу. Она ставится на этот блок. До сюда потом уберем вот это вот хранилище. А, и будет. А, хорошо, все. Сейчас расставим, а там по мере пускай занимаются наши пацанчики. Здесь мы пока что забьем. Там два правонарушителя у нас. У нас изучилась плавильня. А, и она очень здоровая. Я думал, куда ее поставить по-правильному, и решил поставить ее сюда. Да, у нас здесь минус один блок, конечно, будет, поэтому здесь второй ярус тоже сделаем. А здесь она неплохо вписывается, будет плавиться, сразу ложится сюда, ну а в сундук с этим хорошо будет, довольно, в принципе, прикольно выглядит. Здесь на меди, на камнях стоит такая вот плавильня, поэтому здесь мы поставим блок. Можно, в принципе, его влепить. Вот здесь будет все. Потом позже в джунглях. Поэтому да. А, пошлите, поймаем правонарушителей. Андрюха, Андрюха. Стой, собака такая. Воевать пошел. Я тебе сейчас, падла, повоюю. Посиди, подумай о своем решении. Все, уберем. Также здесь. А здесь я тоже сразу поставлю. А, лесозаготовщика. Он добавляет эффект скорости роста. Что, в принципе, хорошо. Вроде бы получаться показалось. А, также мы сюда поставим пункт сбора. И также сюда мы поставим лагерь лесорубов. Сразу понемногу, помаленьку. Вот, кстати, торговля у нас случилась. Все с этим хорошо. Отсюда мы повытаскиваем. Наверное, я прищу вам что-либо делать. Вроде бы все. А, на ноксилин можно поставить одного пацанчика. У нас, кстати, довольно много. Ну давай. Чтобы у нас банально появился этот самый ноксилин.
Эф, мы там не сможем убрать. Да ладно. И пойдем немножко прорываться в эту сторону. У улитки, наверное, хана? Нет. И пофиг. Ну, поселенцы тоже, в принципе, пофиг. Хотя можно сразу до тридцатки сделать. Но сейчас и так у нас очень много жителей, которые, по сути, бездействуют. Также, кстати, воду можно подобывать. Паучара там, кстати, перебежал. Блин, вот это вот крутой перец. Он у нас как воин будет. Гуга. Блин, придется взять. Там с кроликом воюют. Ладно, пускай. Тогда еще одну кроватку нужно будет сделать. Досок нету. О, приколотесь. Делаем, получается, здесь у нас еще, да. А так будет вести. Или его надо будет убрать. Я не сюда хотел всунуть. Сюда. Блин. Блинский. Не могу. Ну ладно. Сначала поставлю сюда. Как-то так у нас будет все красиво сделано. Шифер. Блок сюда. Вот накселин получен. Хорошо. Что у нас? Пуски появились. Супер. Забираем земельку. Там железная работа. Ой, железная работа, говорю, железная дорога. Что, дерево схавало, что ли? Ну, зато нашим лесорубам есть теперь что делать, чем заняться. А, каменщика мы уже поставили, правильно? Вот, да. И занимаются. Блин, ради одной земли. Почему только один вид ресурса можно отыскать? Это, не знаю, хочу, чтобы как-нибудь в обновлениях добавили, блин, такую возможность, что мы все можем таскать до заполнения. Потому что это порой неудобно. Красавчик. Уга. А, блин, у меня тут от три земли было. Не видел. Плохо. Сейчас протаскают. Все нормально. Подъедает. А, у нас можно заметить, что там? А, плюс опыт. Да, хорошо. Некоторые из жителей пошли. Даже не хотя... в этот, во второй ярус, то, что этот
средний класс получается. Я не хочу пока держать средний класс, потому что средние классы, они привередливы в еде. Зерно, в принципе, кстати, все хавают. Интересно. У нас, в принципе, пока что еда, которая всем дает. Я поэтому издал закон. Зажрались только до среднего класса, а максимально богатство у них забрать. И я включил туалеты, которые работают по 120 монет только до среднего и высшего класса, чтобы обратно их в бедняки переводить. Что мне эти средние классы пока что нафиг нужны. Ну да. Тем не менее, здесь мы полностью все исследовали. Это абсолютно все города. Мы нашли еще два города. Очень дорогие, кстати, огромное торговое государство. А ну посмотрим, что там за... Они делают, они золото продают. Золотые слитки покупают. Россию напоминает. Ладно. Окей. А, поэтому разбираться, что там, все перетащили? Не все. Одно бревно и одно зерно оставили. Занимайтесь, пацанчики. Растет, растет наше поселение. Давай посмотрим, может, еще какой-нибудь балансный хороший придет. Ссылаем соль. А, новый ингредиент. Кстати, на ксилен. Ты куда притащил? Ага, вниз, как я понял, да? А, это хорошо, потому что здесь мы берем его. Скажем, тащи сюда, родненький. Пошли посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас будет лесорубы, которые будут рубить деревья, понятное дело, заготовщик и сборщик. В принципе, так как сейчас земля... земля, говорю, зима, почему я оговариваюсь? Довольно в целом пофиг. А где у нас наша плавильня? А, из-за пшеницы нельзя поставить. Ставим плавильню. Ух, красава, качайся. Уга, кстати, можно начинать тренировать. Да выкинь ты эту землю. О, а здесь нужно. Земли не хватает. Да ладно. Железная дорога. Если мы ресурсы. На ЛКМ садимся и довольно быстро заходим. Опа. Супер. Ложим. Сразу, наверное, возьмем одну землю. Камбибо. Камень уберем. О, полетел. Мышь. Камбибо. Круто все. Конфликт у них. На бегу жалко это делать. Нельзя. Опа, сел и полетел. Супер. Железная дорога, топчик. А что, давайте разбираться, что у нас здесь. Наверное, в два яруса пока выйдем.
там дальше еще глину. Довольно хорошо. Глина нам надо будет очень много. Здорово, Гуга. Илюха, здорово, все здорово. Привет. Сюда же мы глину поставили, правильно? Да. Правонарушитель. Стэн, Стэнли. Берем, кто к нам пришел сюда? Участие в бою, потребления нет. Мы ищем только максимум Z. Только максимум Z. И также давайте начинать заниматься по поводу армии. Я уже говорил ранее, что будем заниматься армией. В ближайшем будущем главным зданием является штаб. Без него никуда, потому что в нем идет организация отрядов. По 5 штук всего лишь, но лучше, чем ничего. Поэтому можно поставить несколько штабов. Ну, для начала пятерки хватит наших прокачанных бравых бойцов. Можно поставить сразу два здания, чтобы потом их не убирать. Но, тем не менее, плавильня. Сюда мы зэшников мы отсюда уберем. У нас нету. Тебе пофиг, сила. Жители с такой же работой. Где нам? Давай, наверное. Тебе мы поставим сюда. Хотя девушка, но. Окей. Она будет перерабатывать нашу руду слитки. Мы можем. Да, у нас не хватает соли. Или что это? Потому что соль мы еще не мутим. Ну тогда пускай делает меч и пускай делает золото. Помним, что золотые слитки нам нужны. А здесь мы еще пометить мы не можем. Ну, по идее, он в ближайшее хранилище принесет. Поэтому все нормально. Пускай работает. Плавит. Пак, я тоже хотел поехать сюда. Сюда, кстати, тоже нужно будет глину забрать. И шифер, и все, все вообще забрать. Но об этом позже. Скорость Стэн получил. Плохо, неплохо. Сразу заберем. Потому что у нас в сумме тогда будет по 5 штук пехотки. Давай, Гуга, таскай. Еще денег мне дал. Красавчик. Просто красавчик. Так как глина у нас есть, мы можем начать строить сады. Да, кстати, древесина теперь. Проблема в древесине будет. Потому что мы за раз потратили ее довольно большое количество. Пускай работают тогда, собирают. Так как зимушка у нас, в принципе, от садов толку нету. Роляют фермы. Особой важности нету.
А здесь... Здесь. Как лучше сделать? Она сейчас, конечно, упадет. Так она хотя бы не упадет. Отсюда глину заберем. Можно, в принципе, оттуда пойти и расчистить все вот эти вот места. Вести уже дорожки. К зимушку мы в любом случае. Ну, хотя тоже вариантов много. Можно с этим сделать. Можно сразу раз, два, три, четыре. Потом пришли. Там и доски тоже есть. Вот, собственно, у нас есть штаб. Сюда мы можем назначать жителей. Но пока мы не можем, потому что нам нужны именно солдаты, которые тренируются. Из солдатов мы можем пока сделать только тренировочный лагерь. На максимум здоровья. Или скорость передвижения. В принципе, для прокачки Гуга можно поставить его сразу. 12 досок. Охренеть. Давайте, родненькие. Идите. Мутки. И возьмем тоже древесину из... Да, я сказал. Где она у нас? А, у нас, скорее всего, она в том хре... А, нет, вот она. Тропическое дерево. Понемногу отсюда будем убирать все вот эти ресурсы. Что хранилище заполняется, блин. Есть утра, он, конечно, теперь не сможет сейчас нормально поработать. Можно было бы, в принципе, сделать снежные блоки. Да ладно. Так, паук, ты... Ты отстань от нас. Главное, чтобы не забрали дерево. Они могут. Пошел нафиг отсюда. Хорошо. Теперь снова будет работать. И скорость передвижения тоже будет работать. Эмелька. Да, сюда ложат. А зерно отсюда убрать. Почему? Сюда притащили, так как он новый ресурс был у нас. Его. Вот оно. Убирай. А, 35. А, заберем, наверное, отсюда. Руду. Да, вон туда, кстати, Гуга можно уже посадить. Новую поселенца.
А, сила есть, но минус 3 счастья. Такое себе. Жители какие-то там заблудились. Ну да, здесь мы можем выбрать либо скорость передвижения полченца, либо максимум здоровья. Жалко, нету никакой атаки и так далее. Но... Уга. А, о, кстати, у нас чейз есть. Это линия правил. А, можно тогда взять чейза тоже с собой. Ставим сюда. Жалко, что все эти лагеря работают таким образом, что всего лишь один человек сюда ставится на одно здание. И это плохо. Здесь пока что его нету. И также здесь я пока что не хочу ломать, поэтому мы временно поставим все-таки сюда тренировочный еще один лагерь. Второго будем челика тренировать. Можем, наверное, с постройкой. Можно из жителей вообще посмотреть, кто у нас есть, потому что мы до этого брали силовиков. Блин, тот быстро, конечно. Ну вот, собственно, Авель. Уже довольно прокачанный. При участии, кстати, в бою Авель довольно хорош. Поэтому можно будет его взять. Ну, пускай пока они прокачиваются. Потом, когда уже полноценно займемся боевой подготовкой нашей армии, мы уже повыбираем всех наших прокачанных бойцов с максимум УЗ. Снова же напомню, УЗ важно очень сильно им. Уга уже прокачался хорошо. Пошел копейщиком. А как только он дойдет полностью в подготовке, он будет получать бонус хпшки. И будет... С нами, получается, ходить, воевать и так далее. Это супер. А что плохо, что нельзя получить там несколько одновременных бафов. То есть плюс скорость передвижения и плюс там максимум хп. Было бы логично, да, что он там в одной профи, как там во всяких финалках, что в одной профи выучился, получил плюшки и пошел там другую получать. Нет, к сожалению, здесь так не работает. Если мы выберем ему потом другой профиль, он этот забудет. Ну, мыши, хотя, да, мышиный мозг довольно маленький, слабенький. Хотя строит, придумывает. Чейз, давай. Погнали. Это у нас не изучился еще. Все, он у нас изучился. Теперь мы здесь его можем брать в нашу пати. Он также будет там стоять, чилить, тренироваться и так далее. Но теперь у нас есть боевые приказы. У нас есть вот все. Мы можем выбрать в нескольких отрядах Гуга. Что у тебя с хпшкой? Можем поставить вкладку, чтобы он защищал. Нет, сначала надо нажать сопровождать, наверное. Уга, ты где? Вот он бежит, бежит. Родненький. Все, прибежал. И будет нас сопровождать, ходить. А также мы можем сказать ему защищать это место. И он будет стоять защищать. Он, кстати, снег спавнится. Либо мы можем отпустить. Блин, ну, поселенца. Умирает, когда счастье падает. О. Жок поспавнился. Можно ради красоты где-нибудь и разнообразия потом будет сделать снежные блоки.
У нас, кстати, довольно много его заспавнилось. Бедный слиток появился. Супер. Тут собираем снежок, потому что логично понимать, что... О, кстати, довольно скоро-то у нас зима кончится, поэтому тоже собираем снег. Что снег растает, когда придет веснатушка наша. Кто у нас там заблудился из жителей-то? Ничего, наркомана. Заблудился. Мышки, такие мышки. Когда как мы выяснили, что у нас есть еще несколько крыс, а не мышей. Вон, собственно, одна крыса появилась. Правонарушитель вон это. А ну пошел с туалета. Здорово, здорово. Чё, притащили? Супер. Чё, вы пшеницу не тащите? Там тоже можно, кстати. Это дерево тоже срубить можно. Кроликов завалить. Того мы убивать не будем, потому что там рядом с кроличьей норой. А, снова правонарушитель, да как вы доколебали. Чейз, ты чё, собака такой? Прокачался, все, пошел, типа этот, буянить. Плохо, плохо. Троих мы даже не будем рассматривать там как кандидатов. А, все, Чейз. У нас уже в пати быть. Да хорошо. А когда мы их берем на штаб в пати, понятное дело, и логично, что мы их не можем уже на другую работу никуда отправлять. Поэтому да. Что-то у нас по доскам. Доски появляются. Хорошо. Поэтому давайте посмотрим насчет садов. Можно ставить каждый вот такие вот сады. И в каждом будет расти там зерно, не зерно и так далее. Потихоньку выдвигаемся в это русло. В принципе, паучара, молодец. А воду нормальная и не добыли. Паутинка пускай дается. Что у нас по слиткам? Слитки, да, собственно, идут сюда. Ну, хорошо. А золото делается. Тоже очень хорошо. Так. Да, здесь у нас получается второго так ярус будет, а дальше у нас будет идти такая вот приколюшка. Все. Посмотрим уже, когда дойдем. Здесь у нас что? Нам надо пару лестниц сделать. В принципе, можно сюда вести, потому что он тут ярус, мы тоже уберем. Эту травушку мы сбить сможем.
А там не сможем добыть. Как? Красота. Внизу там глина, прям очень много глины. Супер, супер. А, справа я вижу, кстати, еще новый биом. Правой части здесь у нас очень много всего нового. Этим тоже нужно будет заниматься. Это в шахту ушел. Отдай бабло. О, Дита, здорово. Да стой. Опыта нам принес. Улетел. Вот, собственно, построились сады. Мы можем здесь культивировать, понятное дело. Поставим. Пшеницу. Ага, есть ли у нас все три? Одну понес вроде бы. Хотя, может, несколько. Но это не проблема. Пшеницы у нас много. Афаня. Я Фаня. А здесь у нас находится тоже пшеница. И можно ее, кстати, убрать. А, все правильно. Держно. Забираем. Сразу тоже отнесем. Поставь. Где нафиг? Довольно долго, конечно, копаться. Да ладно. Все, и здесь она будет расти. Но как мы понимаем, что в этих горшках, во-первых, они сами по себе минус 20 скорости получают. Еще минус процент от зимы идет. Ну, подготовим. Понемногу, помаленьку. Еще троицу. Золотые слитки, да. Принес, все хорошо. А в нарушителе снова появилось. Сейчас они отнесут ресурсы. Это ямба. Он, конечно, молодец. Она скорее. Тут Женя. О, иди в тюрьму. Садись. Поэтому супер. Здесь у нас сборщики будут собирать место вверх, поэтому здесь вверх мы понемногу, помаленьку будем убирать. Что там такое? Деньги у нас пропадают. Дайте немножко денег. Снова 18 тысяч. Снова все хорошо. Все, весна. Сколько мы получили зимних блоков? 41 снега. Много, много. Здесь внизу, наверное, переделать. И сделать снежные блоки можно будет, как вы считаете.
лето красиво. Либо же внизу под вагонетками. Там в любом случае два у нас блока будет. Два ряда. Поэтому можно там, вот он, собственно, сделанный ледяной блок. Вот скорости идет. А, песчаник. 15. Давайте изучим, как бы очки навыков есть. Здесь мраморный тоже 15. Хотя камни это такой ресурс, который мы бесконечно не добываем. Ну и вот, достаточно, конечно. Но все равно. Здесь у нас будут блоки. А, снежные, я думаю, нормально. Вторые блоки, наверное, будут. А чего у нас много? Наверное, шиферные будут. Или джунглевые. Сделаем их все равно в достаточном количестве будет. Довольно много. И дальше у нас ярус, наверное, в три блока будет. Или в четыре сделать. Наверное. В общем, решим. И будем вести его в правую часть. Все будет красиво. Здесь у нас шифер. Тоже снег есть. Лол. Ладно. Веснатушка. Хорошо, снова все начало расти. Или там почему-то снова заблудились. А здесь можно сразу убрать эти блоки. Можно в целом поставить здесь. Блок земли. Спокойно, если что, походить. И здесь нам тоже нужно, наверное, вести какие-то блоки или... Два, хотя нам там надо будет подниматься, наверное. Отсюда мы сделаем себе блоки земляные. Как-то так. Упадет. Вторую мы, блин, нормально. Ну, хотя здесь можем поднять. О, деревья выросли. Нам, конечно, внизу надо будет глину подобрать. Обязательно. Опа. Много всего интересного. Давай сразу пройдем, посмотрим, что у нас здесь есть. Опа, ягода внизу. Еще один вид еды. А есть у нас в достаточном количестве, который можно посадить и кайфовать. Фу. Здесь прям много всего. А менее важные части, вот эти вот, как его, светящиеся хрени можно будет... Да, у меня все хрени. А, можно будет начинать продавать и собирать. Собираются не только в воде, к сожалению, мы их... Вот, что касается воды, мне не нравится. Возможно, в будущих обновлениях сделают... Перенос рыбных мест, каких-нибудь вот этих кораллов и так далее, и прочих вещей. Потому что я бы хотел бы. Снимем мы вот рыбное место, не можем сделать себе какой-нибудь огромный водоемчик под рыбалку. И поставить их там, то есть они вообще вот в рандомных местах стоят и будут ловиться. Плохо. Можно, кстати, до рыбака дойти. Поставить второго рыбака. Да ладно. Здесь можно, кстати, лесенку вот эту вот поставить.
Лисинги, в принципе, действуют как блоки, то есть мы можем ставить вместо земляных блоков лестницы, и все с этим хорошо. Также у нас снова же два правонарушителя заколебали. Поэтому да, ну пока что занимаемся глиной. А, враги? Нападать сейчас отправим глину. Блин, надо успеть отправить тюрьму. Внизу до рыбалки. Вот, наверное, от нее я и буду делать акцент. Сколько там блоков ставить. Еще и спят. Бабло. Илюха, ты какой-то у нас буйный. И Чейз какой-то у нас буйный. Кстати, Чейз, тебе надо воевать, а не... Берем. Нашу армию, мини-армию, так скажем. Кейс к нам вернется. Кого мы сюда? А, еще одно место. Ладно. Начнем, наверное, с вот этого вот. В принципе. Мы можем переходить в такой вариант доброжелателя и все с этим делать. Но Гуга будет нас продолжать сопровождать. Ну, не только он. Хорошо. Я не то поставил. Окей. Давайте, атаки дай. Гуга, конечно, хорошего варианта было бы поставить просто охранять место. Но он, в принципе, справляется. Когда там Чейз-то вылезет-то? Чейз? С тюрьмы-то? Чё он отлынивает? Здесь. К нам на помощь. Ремонтируем. А почему? Оба пришли сюда. Собственно, все. Минус армия. Можем их отпускать. Пускай они идут лечатся. Отдыхают и так далее. Красавцы, красавцы. Ловушки, кстати, не справляются. А, это почему-то прошло мимо. Пофиг. Странно.
Ну да. А, можно, конечно, вот эти вот вариации того же дефенса мутить. Жалко там какие-нибудь сторожевые вышки. Ну хотя мы там пасеки можем потом будет поставить. А, делать. Но все-таки лучшим для меня вариантом просто потом собрать армию и ходить и уничтожать полностью эти спавны. Либо же просто вручную таким вот образом отбивать. Типа, да, они там ломают там немножко щей, да и насрать в целом. Правонарушитель. Самое главное, это не забывать о своем ХП. Потому что это уже довольно важная часть. Блин, минус счастье. Ну, Арон, Арон. Оберт. Второй появился. Заколебали. Пора строить, наверное, полицейский участок. Чего? О, вас много. Полицейский участок у нас будет внизу тогда находиться. Краски ниже плавильни в правой части. Думаю, в принципе, будет нормально. Стэн. Какие же вы буянщики, ей-богу. Все, все хорошо. А, все хорошо. Тюрьму мы изучали? А, я уже особо не помню. Включайся, пекарня. Вот где-то находится у нас. Здесь. А, но находится здесь. Здесь, конечно, для казармы довольно всего надо. А, может, в принципе, храм войны сделать. Насчет ХП, в принципе, разницы им как таковых нету, потому что пофига, больше атаковать будет довольно хорошо. Но это уже когда мы полностью сделаем себе там этаж. А для этого нам надо с садами разобраться. Нет, полицейский участок мы не делали. Полицейский участок включает в себе там несколько мест. Нужно, правда, кого-то сюда отправить. У него там скорость атаки, передвижение увеличивается, что хорошо. Написано, сколько здесь мест? Ну, больше одного. А, он может садить сюда. И поэтому все довольно хорошо. А, изучаем. Также. А банк можно изучать. Ну, когда мы полностью настроим торговлю. Что у нас, кстати, по маслам? 23 штуки. Довольно мало, конечно. Довольно мало. Они очень прожорливые. Ботинки можно продать. Пошли посмотрим, кстати. А, с кем мы там? С вами. С остальными я не хочу. Либо делать. Вот, например, из хороших вариантов, а стулья очень хорошо продаются, правда, я не знаю, в этом городе или в этом, но они там просто стоят огромное количество. Вот эти вот хрени мы можем добывать из водяных вот этих вот тем. Пока что, а, наверное, давай срок обновим. Хранилище количество товаров-то. Продадим десяточку. И, кстати, не воюют. А, под воинов можно сделать отдельную категорию. А, вот это вот учета жителей. И, наверное, все-таки попозже мы сделаем воинов. Ну и также сборщики. Что у нас здесь, кстати? О, собралось. Довольно хорошо. Борщик, кстати, сверху успевает. Здесь, кстати, надо тоже блоки понаставить. О, об этом позже. А, травушку, цветок.
Наверное, сначала пойдет у нас трава. Буду делать по три штуки, потому что мы в любом случае потом уйдем просто в сады. И, ну, не вот эти сады, а вот такие вот урожаи всего. И особо, в принципе, в этом смысла никакого не будет. Там главное вода. Дальше. Делаем три. Сразу можно еще другие три сделать. Получается под цветок и под грибы. Хотя снова же грибы это... Смысла особо никакого нету. Но просто чтобы было. Чтобы показать и так далее вам. Также сборщиков здесь мы настроим. Понятное дело под сбор. Ты вроде бы у нас не добываешь, нет. Ягодные кусты, ну, об этом уже это у нас будет. Вот здесь вот. Кстати, их, наверное, придется нам делать. Под ягодные кустики. Раз, два, три здесь, в эту сторону. Либо же туда уйдем. Поэтому тоже поставим. И бор. Ну, в принципе, кстати, да. Полноценно они. Как-то так. Будет у нас. Это хорошо. Поэтому скажем им. А, сколько там по два? Раз. Я ждал вот так вот. Раз, два, три. Ну, чтобы банально последний верхний блок они уничтожили. Также древесину я сюда поставил. Много всего, поэтому бывает, забываю, где как. Здесь эту древесину мы убрали. Да-да-да, все правильно. Берем отсюда ее. Наверное, сразу начнем строить. Почему нет? Хотя они здесь ходят, но, в принципе, это им сильно мешает. Да, уничтожить. Понятное дело, лучших сборщиков нужно ставить, культиваторщиков и так далее, всех там подобных на скорость передвижения, поэтому тоже их или найти будет, или посмотреть, сколько у нас есть. Да, это все надо ролить, хотите вы или нет. Писали, что сейфлот это такое себе, ну блин, рандомизация это тоже такое себе. Это не усложнение игры. Совсем кое-что другое. Плюс соточка опыта. Опыт у нас качается. А меньше всего, ну, он меньше всего и нужен. Но все равно бонус. Это приятная штука. Другие я немножко видел прохождение. Тупо банально беру чисто в силу и сбивает хрен. А ум у них третий. Ну, снова же говорю, благодаря уму прокачивается и все остальное. Поэтому... Качайте ум, будьте умными мышками. Правонарушитель. Ну тут, кстати, вот и скорость есть, вот и лучший вариант. Ну снова же, за лучшего варианта брать двух посредственных. Блин, ну это тупо. А потом просто матюкаться, что он там... умер неожиданно или еще что-то. Чейз, ну ты заколебал ты меня. У тебя богатство, он до хрена. Ты че ты буянишь-то? Успокойся. Какой-то у меня буянчик воин, блин. Кто ты такой? Минус счастье, ну. С
целом у тебя счастье нормально, вот 43. Все хорошо. Ты кушаешь, он 5 видов ресурсов ты пожираешь, просто, блин, пожиратель хренов. Здесь, конечно, не особо радости. Ну, снова же, все у меня работают, иди и получай, что ты хочешь. Массажный лежак, пойди массаж себе сделать. Необходимость, что ты вот без горшка ходишь, без сумки, например. Это все у нас есть. Правильно, но вот сумка одна лежит, да. Горшок. Горшков, конечно, нету. Ну, их нужно в любом случае ставить в более больших количествах, поэтому, да. Железная руда сюда. А что у нас с водой? Добываем. Вот образом добыть. И он не хочет добывать. Ладно. Уничтожим. Паук. Получай. Кстати, да, нам надо не забыть пойти и подхиляться. Наверное, сразу же подхиляемся. Как хорошо все-таки, что мы теперь забиваем на исследование, потому что оно полностью. Я, конечно, не рад, я люблю такие исследования. Это в том же самом там Фростпанке. Я любил там экспедиции отправлять и так далее. О, кстати, времени у вас много уже. Поэтому будем заканчивать. Ну, возможно, в обновлениях они добавят расширение территории, может быть. И мне очень не нравится, что здесь чисто вот такие вот города и все. Были бы какие-нибудь там ресурсы, просто можно было бы или там добывать, отправлять их. Ну, согласитесь, это довольно прикольно. Типа у дерева, типа отправлять экспедицию, чтобы добывать здесь дерево или что-то такое. То есть очень много вариантов, которые можно придумать здесь в таком варианте. Ну, посмотрим, к чему это будет двигаться и к чему будут двигаться те обновления. Пока что они такое себе очень редко. То есть третья вышла обнова и пока что, ну, такое себе. В общем, да. А, давайте заканчивать. А, вот такая вот получилась у нас серийка. Интересная, потому что много всего нового. Плавильная организация, как раз и армия наша понемногу, помаленьку растет. Как только отсюда мы уберем вот эти вариации, кстати, мы сможем, да, цветки поставить. В следующий раз давай посмотрим. Участие в бою плюс воин. Блин, это хорошо, конечно, но у тебя не будет ХП. А ХП нам нужно. ХП нам нужно. Да, здесь они сделали. То есть цветки мы сюда перенесем. И все, в следующий раз мы тогда будем разбираться планировкой верхней части. В общем, все, пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео и пока-пока.